Иди, он ждет, Владимир Сергеевич. Это Дима, он у нас победитель. Когда вы ему выписываете? Завтра. Завтра? Новый год встретим дома. Хорошо. Дим, как тебе здесь было? Нормально? Нормально. Нормально. Ну ты молодец у нас. Ты видишь, все прошло, все терапии. Дима, это мы тебе привезли подарок с наступающим Новым годом. Видишь, что все... Дим, спасибо. Молодец. Зубы потерял уже, да? Ну ничего, меняются. Судьба была очень тяжелая, но он молодец, он герой у нас. Да? Все хорошо? Врачи не обижают тебя, нет? Нет? А Новый год встречать будем? Деда Мороза ждешь? Да. А желание загадала? Да. А открытку написала Деда Мороза? Да. Да? Что попросила? Ну ладно, не говори потом. А давайте мы подарок. Они, может, тоже тебе принесли подарок. С наступающим Новым годом. Ну что, давайте, тоже вам. Давайте, ага. С наступающим Новым годом. А уже откроешь, посмотришь. Подарочек. Красивый подарок, Алин. Скажи да. Да. А что сказать надо, Алин? Спасибо. Умница. Спасибо, молодцы. Девчонки, как вас торкнут тут? Нормально? Да. Да? Врачи стараются? Стараются. У них по два года они у нас в наблюдении, идет положительная динамика на химиотерапии достаточно. По полгода они проводят у нас в стенах нашей больницы, поэтому они уже как родные нам. Ну да. Это точно.